Республика отмечает сегодня День чувашского языка. Этот праздник приурочен к другой значимой дате нашей истории – дню рождения просветителя Ивана Яковлева. По традиции торжества прошли в сквере у памятника патриарху. Эп, чуваш, ати, саватап, чевель, чевель, черхине, юратап, юра, савата, купасата, кесляне, юрататап, уламашкан, чавашвата выросла, ик черге был, икос маншан, эпласшан, икос лах. Чувашский язык принадлежит к тюркской группе и считается одним из древних. Но собственная письменность появилась у чувашей сравнительно недавно, в позапрошлом веке. Иван Яковлев, в то время студент Казанского университета, составил на основе русской графики первый вариант нового чувашского алфавита. Поскольку старый, созданный на основе древнебулгарского языка в начале текущего столетия, был основательно забыт. Благодаря усилиям Ивана Яковлева чувашскому народу удалось сохранить шедевры устного творчества, но и культуру в целом. Сегодня чувашский язык – единственный живой язык булгарской группы. Неудивительно, что его носители гордятся своими знаниями и готовы сделать все для их сохранения. Родной язык наш, его нужно сохранять, потому что он красивый язык. Он как водица, речка, перетекает из одного прудика в другой прудик. Наша будущая работа – сохранять этот язык, чтобы молодежь разговаривала на нем, чтобы мы не теряли нашу культуру, наши традиции.